Всем привет! Сегодня хочу показать свой способ, как я проращиваю семена томатов в кокосовом субстрате. Кокосовый субстрат заливаю горячей водой, жду, когда он разбухнет, и потом разминаю его. Теперь берем глубокий контейнер, насыпаем в него влажный кокосовый субстрат, утрамбовываем его, делаем бороздки с помощью фломастера. Раскладываем семена томатов по сортам. Не забудьте подписать каждый сорт томата, чтобы знать, где у вас какой томат будет расти. Я уже свои томатики подписала. Теперь берем смесь кокосового субстрата и вермикулита. Один к одному смешиваем их и присыпаем наши семена томатов тонким слоем. Теперь приминаем смесь вермикулита и кокоса и поливаем теплой водой. Теперь накрываем контейнер крышкой или пленкой неплотно для доступа воздуха. Создаем парниковый эффект. И ставим контейнер в теплое место, где температура воздуха будет плюс 25 градусов. Ждем всхода. Первые всходы томатов начинают появляться на второй-третий день. Вот такой 100% результат в итоге у меня получился. Все семена томатов отлично взошли. Рекомендую вам попробовать такой способ проращивания семян томатов в кокосовом субстрате. Результат обязательно вам понравится. Спасибо за внимание и всем пока!